Мусор – это глобальная экологическая проблема нашего мира. Любой мусор, попадая в природную среду, разлагается очень медленно. По данным ученых, время разложения бумаги составляет от 2 до 10 лет. Время разложения полиэтиленового пакета составляет более 200 лет. Пластмасса – 500 лет. Стекло – более 1000 лет. Металл – от 90 до 100 лет. Так как же уменьшить количество отходов? Для этого существует сортировка мусора. Можно сдать на переработку стекло, пластик, бумагу, металл. Только все вместе мы можем избавить планету от мусора.